У нас есть знакомые в Беррике-на-Твиде? Вроде нет. Это от Куини Хеннесси, она в хосписе. От кого это? От подруги, у нее рак. У моей тети был рак. Не сдавайтесь, главное верить. И ваша тетя поправилась, потому что вы верили в это? Моя вера давала ей надежду. Я хочу оставить сообщение для Куини Хеннесси. Передайте ей, что Гарольд Фрай уже на пути к ней. Я буду идти, а ей нужно жить. Гарольд! Мне надо дойти на другой конец страны, и пока что дорога дается мне с трудом. От вас пахнет. Где ты? Я хочу спасти свою подругу. Гарольд, ты что, пьян? Ты никогда не ходил никуда дальше своей машины. Любимая, я должен это сделать. Пешком до берега на Твиде? Ну, до него же 800 километров. Ты видел новости? Там только о тебе и говорят. Все так добры ко мне. Знаменитости у меня еще не ночевали. Спасибо. Давайте спасать вашу подругу вместе. Вы должны остановить моего мужа. А он шустрый малый. Теперь с ним паренек, собачка и толпа фанатов. Гарольд Фрай! Гарольд Фрай! Гарольд Фрай! А вам не страшно? Нас охраняет самый отважный пес в мире. У вас был сын? Я виноват. Ты ведь даже не попрощался с ним! Я очень устал. Я хочу к моему сыну. Я верю в тебя. 30 километров расплюнуть. Моя вторая жизнь – это путешествие к самому себе. Весь мир следит за тобой. Ты вдохновляешь миллионы. Ты спас этого пса? Скорее, он спас меня. У вас получится.